Сегодня гость нашей студии – врач-кардиолог Екатерина Андреевна Зубова. Юная девушка, да, которая еще окрылена всякими идеями, вдохновлена всякими эмоциями, влюбленностью. И вдруг операционное, медицинское пространство. Откровенно сказать, я не помню других идей в своей жизни. Пациенты с критической ишемией нижних конечностей – это отдельная когорта пациентов, которых тоже нельзя рассматривать как обычных. Это пациенты, которые на самом деле находятся между жизнью и смертью. И вот эта грань между жизнью и смертью. Мне хотелось вот это все понять и эту часть кардиологической науки тоже захватить. Прямая зависимость с курением, она однозначно есть. Я никогда не забуду, как приехала к нам пациентка 96 лет. Ей обязательно нужно налить 100 грамм. Смогли выполнить трансплантацию, и все-таки девочка осталась живой. Низкий поклон.